И всем привет! Вы на канале Роман Геймс. И сегодня у нас солянка на честь 140 подписчиков на моем канале. Хотя их уже 144. Хорошо, что я не делаю солянки каждые 5 подписчиков. Лучше их делать реже. И мы поиграем в симулятор скорой помощи. Блин. Так, такая у нас есть машинка, газель, потом буханка, это еще какая-то, ведро какое-то, тоже газелька, но уже новая. Дальше, Рено или Форд, не знаю, что-то знакомое, это кажется Рено. Так это тоже не знаю, но я не очень разбираюсь в марках, это точно Рено. Некоторые марки знаю, некоторые нет. Но если вы знаете, вы можете написать мне в комментариях, что вот это за марки. Это Рено, это я знаю. Если хотите, можете написать, кто знает. Итак, подсказка. Если вы не успели доставить пострадавшего за определенное время, то вы не получите денег за вызов. Слышь ты, я получу все, что хочу. Так, читаем. Я когда-то уже играл в эту игру. А, это нужно наклонять экран? А, тогда нет, спасибо. Тогда нет, спасибо. Сейчас поменяем настройки. Вот это уже другое дело. Да. Отличное управление. Так, хотя можно даже вот так. Поступил вызов на дом. Человеку жалуется на боли. Езжайте по адресу. О, сразу какой-то пьяный мужик. Ладно, давайте, короче, у нас есть 3 минуты. Поехали. Заберем больного. Жалко, что камеру здесь нельзя поворачивать. Музычка какая, рок. Да, радио тут нету. Так, думала я красиво повернусь. Так. Доктор на дом. Блин, с дороги. За рулем, блин, чайник за рулем. О, в Скай врезался. Извините, молодой гопник, сэр. Короче, мне нос похуй. Извиняюсь за это. Столь некрасивое слово. Может, вы его не слышали. Так. Ран, парни, ран. Все? О, какой Жигуль красивый. Хотя, он бы успел проехать, мне кажется. Кстати, пишите мне, пожалуйста, в комментариях, поскольку, времени мне делать солянки. 20 минут, 10, или как раньше, я очень просто, очень быстро заканчивал серию. Вам может это не нравится, как, допустим, Drive Ahead. Я 3 минуты поиграл, и все. Поскольку мне по 10, по 20, по 5 или сколько времени, напишите. Но не больше 30 минут точно. Так что, пожалуйста, напишите в комментариях, поскольку времени мне делать соляночки. Вот это поворот. Жигуль, ты... В смысле, он через светофор проехал? Да, вот так. Все. Честненько. Внедорожник. Газель внедорожник. С дороги! Дрифт на газели. О, разборки.
А, я бы не прочитал ту, как его. То, что мне писали. Быструю линию. Боже, что это? Полицейский? Скажи мне, пожалуйста, ты почему стоишь? Полицейский, ты дебил? Боже, тут кончено. Парни, быстрее! Ты забрал, да? Вы забрали? Не, вы видели эту сцену? Нормально вообще? Какой-то гопник, блин. Гей избивает молодую даму. А на даме не царапинки. Тьфу, не царапинки, это же про машинку. А, ну, синяков вроде бы нету, все хорошо. Какая красотка. Дашь номерок? Молчание, знак согласия, значит... Включил фантазию я. В больницу. Кстати, я у Стива нашел, как он проезжает через... У него есть, короче, тайный проход. В одной из его серий я нашел тайный проход. Сейчас я вам покажу. Сам я не додумался бы так проехать, только благодаря Стиву. Прикольно, у него каналчик. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Сейчас я вам покажу, куда нам нужно ехать. Да, вот сюда. Я раньше не думала вот так срезать, видите? Это он сам придумал такую нам VIP-дорожку. Круто, круто. Так, эту серию, я думаю, затяну где-то на 10 минут. Поступил вызов. Так, вот эту бегущую строку я был не прочитал. Так, стал плохого человека на улице, достать его в больницу. Да блин, это город больные, тут все больные. Ни хороший, ни плохой, только бедненький больной. Бедненький больной. Ни хороший, ни плохой, просто бедненький больной. Так, давайте на своих драндулетах посуньтесь-ка. А я типа не понял, куда мне ехать. А, я проехал, короче. Хорошего мы. Возьми себе спок-пирожек. Так, дрифт на газели? Какие же здесь пробки? Это дрифт? Что пишите, поскольку мне делать серию. Я этого не знаю, на 10 минут растяну. А то я заметил, что я солянки делаю очень-очень за короткое время. Максимум 5 минут. Блин, так, короче, нам пофиг на столб. А тут нету реальных повреждений. Так, 8 минут снимаю еще. Давайте, короче, сейчас его завезем в больницу. Спасибо, спасибо. И зарплата как раз подоспела. Так, блин, да где же ты? На детской площадке, да? Покатался на качелях или чем-то. Так, смотрю, как они выходят. А сейчас, смотрите, прикольно, сейчас телепортируется. Сначала была красивая девушка, потом какой-то пьяный гопник. Чё, на турниках превысил, да? Руки болят или чё? Занимался спортом ещё? Я стала плохо человеку, слабак. Ну блин, ну можно я камеру поверну? В смысле? В смысле? Ребятки, я что-то не понял. В смысле? Что это такое? А что это за музыка играла только что? Игра. Блин, как странно. Так, короче, я не знаю, что это было. Можно сносить забор? Но у нас здесь есть волшебная кнопочка, буковка R. Смотрите, она... Вверху, в правом углу экрана.
возле сирены, видите? Прикольная кнопка. Я не знаю, что это только что было за лаги, но я сделаю вид, что не видел. Вы тоже делаете вид, что ничего не было. Что это за музыка была? Какого-то мультика, радянского. Радянские мультики. О! Хорош. Мне нужно было на рушничок нажимать просто. Все, чики-пики. Итак, серия получилась где-то на 12 минут. Да? Не, даже на 10, даже не на 11. Так, короче, давайте сейчас... Стоять, боец! Я нажимаю на тормоз. О, стоп! А тут, оказывается, есть реальное повреждение. Я как-то странно нажимал на тормоз, оно не работает. Тут в Криминальной России буханка стояла. Где она? А Криминальная Россия боятся добавить реальное повреждение. Было бы круто. Ну, я сейчас выйду из игры, их не будет, правда. Опять лаги. Нереально, ну хватит. Это уже это не смешно вообще. Дебилы. Это реклама или что? Тупые, блин. Ой, разработчики. Так, извиняюсь, меня немножко отвлекли. И тут у меня выскочила реклама. Нажимаю на хрестик. А что дальше после крестика? Темный экран, да? И реально, да вы достали лагать. Можно я закончу серию, и вы потом будете лагать? Идиоты, блин. Можно серию хотя бы закончу? Пидорас, блин. Извиняюсь за это плохое слово. Короче, буду гнать матами и извиняться. Ну, я реально не специально, блин. С языка выскочила. Так. Так, короче, мы уже не будем спасать другого чувака. Нам на него пофиг. Вот такая у нас была серийка. Прикольно припарковались. Здесь вы довольны, что серия вышла пока что на 12 минут. С лагами, конечно же, но... Бывает, бывает. Что ж, всем спасибо за просмотр и ждите следующую солянку. Пока!